фінішная прамая. 4 кастрычніка па ўсёй краіне пачнецца адна з найважнейшых кампаній – перапіс насельніцтва. Часу засталося крыху больш як месяц. Зараз трэба, як кажуць, зверыць гадзіннікі. З гэтай нагоды сёння ў Гомелі прайшло пасяджэнне часовай абласной камісіі па садзейнічанні перапісу насельніцтва ў рэжыме відэаканферэнцыі. Колькасны састаў перапісного персаналу ўжо вядомы. Плануецца задзейнічаць 1840 чалавек. Зараз вядзецца работа па оформлении стационарных участков. Их у регионе 85. Усе будут працаваць без перапынкаў и выходных. Стоит задача распавесці про их местознаходжанне и режим працы на сайтах выканкамаў и у сродках массовой информации. До сёлетняга нововведения интернет-перапису уже все подрихтовано. Запущенный промо-сайт «Перепись Бел». На им размещена информация об минулых перапісах и отлік часу до початку этой кампании. Скористаться сервисом по призначению можно будет 4 по 18 кастрычника. Каждый человек с мобильного устройства, планшета, телефона, либо с персонального компьютера сможет войти на эту страничку, зарегистрироваться, получить код СМС, ну и пройти перепись, что достаточно удобно, если человек не хочет, чтобы, например, к нему приходили домой, либо у него нет времени ожидать переписчика, либо нет времени посетить стационарный переписной участок. После закрытия интернет-перапису Белстат бярэ 2 дні на корректировку списков. Из 21 кастрычника у компанию включаются перапишчики. Им необходимо будет обысти насельництво по месту жыхарства. Тем часам стационарные участки будут працаваць на протягу всей перапісной кампании с 4 по 30 кастрычника.